остров тоже мне очень понравился. Мне понравился остров. Очень хорошо там этот Петр Мамонов, да, представил юродивого, но самое главное, он представил покаяние. Как каялся он. Показано, почему он стал святым. Показано. Человек от всей души сокрушался за свое убийство. Ну что вы, это христианейшая идея. Можно только приветствовать такие фильмы.